Жители 5 домов, где коммунальщики городского округа Люберцы, в эти дни ведут ремонт подъездов по программе губернатора. «Мой подъезд» могут в режиме онлайн следить за ходом работ на сайте меняемподъезды.рф. На сегодня уже завершены работы в 607 подъездах округа. Видеотрансляция капремонта ведется из подъездов Люберец, Томилина и Краскова. После окончания работ по этим адресам трансляция будет принесена в новые дома. Власти планируют до 1 ноября отремонтировать больше 1000 подъездов на территории городского округа Люберцы. Как рассказал глава округа Владимир Ужицкий, всего на организацию проведения капитального ремонта подъездов предполагается потратить из регионального и местного бюджетов порядка 290 миллионов рублей. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.